Друзья, всем огромный привет! Надеюсь, вы в хорошем новогоднем настроении. Уже приобрели или приобретаете, присматривайтесь к новогодним подаркам для себя и для своих близких. Хочу всем вам пожелать крепкого здоровья. Спасибо, что остаетесь со мной. Нас становится все больше и больше. Я вам очень благодарна за ваши лайки, отзывы, теплые комментарии. Всем вам удачи! Пусть Новый год принесет все только лучшее и все новое. Ну и Повторюсь, крепкого здоровья. Очередной мой заказ. Кому интересно, давайте посмотрим. Есть то, что я уже заказываю повторно то, что очень понравилось для себя, для родных что-то возможно на подарки и так далее. Первое, с чего начнем это, наверное, коллаген. Это один из моих любимейших коллагенов, потому что тут четыре вида коллагена, несколько типов коллагена. Первый, второй, третий четвертый, пятый, десятый очень коллаген полезен, наверное, женщинам в первую очередь, спортсмены, спортсменам рекомендовано принимать коллаген, чтобы восстанавливать смазку суставов, ну и для женщин для красоты кожи, волос, ногтей и так далее. Ну, можно кушать просто натуральные Холодец каждый день или бульон из вываренных правильно костей. Или желе, как когда-то нам готовили мамы. Ну или кому проще просто принимать вот такие вот коллагеновые. Этот коллаген не имеет какого-то вкуса и запаха выраженного. Но я его люблю, потому что очень быстро вижу результат по своей коже и по плотности волосам. По ногтям не могу сказать, с ногтями у меня как бы проблем не было и нет, поэтому, а по коже я определила, что коллаген классный, рабочий и советую. Вот девчонки себе тоже приобретают по моей рекомендации. Следующее, что вам покажу, это бренд Naturella. Люблю их витамины. Это натуральные витамины считаются витамины для детей. От 4 лет, насколько я помню, рекомендуются эти витамины. Они не содержат сахара, не содержат красителя, в отличие от многих других витамин в желейках. Они, сейчас я вам открою, покажу, крышка защитная стоит, чтобы детки сами не открыли. Я уже приобретала такие витамины. Чем меньше ребенок, тем меньше надо, по-моему, от 4 лет. И одну, кап... одну конфетку в день. Если ребенок постарше, можно две. Если подросток, можно три. Ну, с витаминами, даже пусть с самыми хорошими перебарщивать, тоже не стоит. Стоит пломба. Но за качество таких витамин вы можете быть спокойны. Они все одного цвета, то есть не разноцветные, абсолютно не содержатся краски, и они не очень вкусные на вкус. То есть они не такие сладкие, как другие желейные витаминки. У них такой кисленький вкус, напоминает... Кислую малину, я бы вот так сказала, и присутствует небольшая, небольшая горчинка. Возможно, это и есть сами витамины. Ну, качество это, этих витамин, повторюсь, одно из, из самых лучших. Да, это довольно дорогие витамины. Но я считаю, что на здоровье детей ну, как-то экономить не совсем целесообразно. В зиму пропить ребенку такие витамины, думаю, что вы будете спокойны. А, что и рацион э, некоторые дети не очень хотят кушать, да, там овощи, э, все больше, конфеты, сладкое печенье. Здесь хороший состав, очень хороший, то есть не вид дозировки, поэтому ну, лучше все-таки консультироваться с врачом однозначно и не давать сразу по три штуки в день, потому что мало ли... Э, какая-то может быть реакция на ингредиенты. Но витамины заказывала такие и детские, и взрослые, и женские. Очень нравятся. Знаю, что любят их перинатальные витамины. Врачи любят назначать как профилактику для женщин в положении и после родов. Поэтому присмотритесь. Бренд интересный. Он не дешевый, повторюсь. Но у них отличные составы, абсолютно натуральные, сырые витамины, как бы считается. Детские идут в виде желеек, взрослые идут и капсулы, и желейки. То есть можно выбрать. Повторяю, для себя и своей семьи на токиназу заказывала разных брендов, разных дозировок. Не могу сказать, что там какие-то лучше, какие-то хуже. Мне кажется, они плюс-минус работают одинаково. Лично я принимаю их для разжижения крови, чтобы не было проблем с венами. мама такие пропивала для того, чтобы разжижать мокроты из носоглотки. Ну, то есть, как бы натокиназа обладает таким эффектом. Принимать надо одну в день. То есть, тут 90 капсул на 3 месяца, если пьет один человек. По-другому на назу называют аспирином, то есть более природным, более щадящим. У него противопоказания, если есть проблемы с заболеванием желудочно-кишечного тракта, если у вас язвы, гастриты. Также он противопоказан перед какими-либо операциями, то есть потому что он делает кровь более жидкую. И если ну, при операции это не совсем как бы хорошо. Если вы принимаете другие препараты, в которых содержатся ингредиенты, которые также разжижают кровь, должны обязательно советоваться с врачом, потому что, чтобы не сделали себе хуже. Но как бы сам по себе препарат интересный, полезный, мне он нравится, подходит, действительно рабочий. Все зависит от того, что вы хотите. Если вы для вен, можно принимать его в перерывами между еды. Если для того, чтобы хорошо выводила слизь из организма, то желательно принимать натощак, ну, то есть утром. Все смотрите как бы, от своего состояния здоровья и как вам прописал врач. Но препарат действительно рабочий во всех смыслах. Нравится, заказываю повторно. Лактат кальция. Я за этим кальцием гонялась год. Кинула его в корзину, потом пожалела, что не заказала два. Как только я его заказала и буквально на следующий день зашла, чтобы докинуть в другой свой заказ, ну, повторно собрался, его уже не было в наличии. Я не знаю, доступ... его нет в наличии для Украины или его нет в наличии вообще по странам мира, но это один из самых лучших кальцев, который есть в природе. То есть это более природный кальций, который усваивается нашим организмом, не нанося вред, не делая камни в почках и так далее. Именно лактат кальция. Повторюсь, что его очень разбирают, и год я ждала, когда он появится, он буквально на сутки появился и снова пропал. 250 капсул, принимать рекомендовано 3 капсулы в день на 83 дня. Дозировка в трех капсулах 255 миллиграмм, что составляет 20 процентов от суточной нормы. Кальций я время от времени пропиваю. Обычно кальций пропиваю за несколько недель до того, как иду к стоматологу для того, чтобы были более крепче зубы. Мне сам, сами стоматологи рекомендовали принимать кальций, так как у меня нежная эмаль зубов, поэтому Принимаю кальций. Именно этот еще как бы не принимала, нет такой необходимости, будешь ждать своей очереди. Но за этот кальций очень много читала, очень много информации за, за него было, и повторюсь, очень за ним гонялась. Советую присмотритесь, если по какой-то причине кальций вам тоже нужен. Еще одна моя повторная покупочка, бренд EOS. Я думаю, что все вы знаете эту продукцию, особенно их бальзамчики для губ. Также у них классные кремы для рук. Они довольно питательные, ароматизированные, вкусно, есть из чего выбрать: 74 мл хороший питательный крем. Что еще скажешь хорошо пахнет. Следующая моя покупка это эфирное масло витивера. Пожалуй, самое слабо продаваемое масло эфирная, то есть вот в таком виде, но самое распространенное масло, которое добавляется в одни из лучших, как бы сказать, в лучшую парфюмерию стран мира, скажем так. Все известные бренды, которые нашумевшие бренды, как правило, если посмотреть состав, в составе есть масло ветивера. Масло ветивера считается масло, маслом денег. Поэтому, если хотите принести себе удачу, обязательно приобретите масло ветивера. Пахнет оно очень интересно. Я бы сказала, что все-таки запах больше уходит в такую мужскую нотку. Но мне нравится такой аромат. Моей маме, например, тоже понравился. Мы уже открывали. Масло довольно долго пахнет. На запястье пахло несколько часов. Часа 3-4 точно ощущалось. В сырую погоду оно вообще скрывается по-другому. По аромату оно мне немножечко похоже почему-то на почули. Такой древесный, интересный такой сложный аромат. Действительно аромат богатый. Его хорошо совмещать с эфирным маслом гвоздики. Мне даже кажется, что с маслом мандарина или лимона он тоже будет неплохо сочетаться. Ну, мы взяли его, чтобы пользоваться им в чистом виде, именно вместо парфюмерии. Иногда. Ну, масло эфирное можно использовать, как вам нравится, в диффузор, чтобы в комнате пахло, или в каких-то косметических целях. Масло такое, скажем так, да, на любителя. Кто больше любит такие сложные нотки, может быть, хвойные, может быть, землистые, вот какой-то такой у него аромат. Более такой, может быть, мужской, более взрослый, более зрелый. Аромат интересный. И еще одна моя покупка – это сыворотка с пробиотиками. Я так себе думаю, что эта сыворотка по свойствам должна быть похожа на очень популярную сыворотку от Миша. В сыворотке 30 мл. У них всегда хорошо упаковано. Да сыворотка с пробиотиками. И вообще пробиотики сейчас такая мода идет. Уже меньше пользоваться кислотами, а больше пользоваться пробиотиками. То есть то, что будет более полезно для нашей кожи, более щадящее. Думаю, кто помнит, чьи мамы или бабушки пользовались Масочками из кефира или сметаны, как великолепно выглядела после таких масочек кожа, отдохнувший, осветлевший, более сияющий вот все это должны делать сыворотки с пробиотиками. То есть должны кожу визуально оздоравливать. Причем такой эффект от масок, скажем так, да, на кефире и на сметане тех времен. Не, те, не эти порошковые сметаны и кефир, которые сейчас эффект сохранялся несколько дней. Поэтому, если у вас есть какая-то проблема, да и просто нет проблемы, а хотите, чтобы лицо выглядело более здоровое, более сияющее, уходили покраснения, особенно сейчас, вот если с холода приходить. Центелла хорошо работает с такими после морозными после после уличными, скажем так, перепадами перепадами температур и сыворотка с пробиотиками тоже должна хорошо с кожей работать. Я именно сыворотками с пробиотиками не помню, чтобы пользовалась. Ну, надеюсь, если получится попробовать, то обязательно вам о результатах расскажу. У меня кожа не проблемная, кожа как бы ухоженная, нет каких-то у меня более как бы пигментные пятна есть моя проблема. Но опять же, пробиотики должны с этим помочь. Поэтому вот такой интересный продукт. Если что-то хотели приобрести к Новому году на подарки, поспешите, потому что доставка с iHerb сейчас немножечко идет с перебоями. Не факт, что посылка придет быстро. Позаботьтесь о себе и ваших близких заранее. Всем вам крепкого здоровья и до встречи в следующем видео. Пока!